Так, друзья, путешественники, сейчас у нас будет обзор апартаментов в Мармарисе. Классные апартаменты, свежие, чистые, в таком кайфовом лесу находятся. Давайте начнем со спальни. Спальня, кондиционер, есть окно, на окне есть москитная сетка. Есть у нас здесь утюг, это два пляжных полотенца, можно использовать у бассейна. Есть доп-подушка и есть пылесос. Идем дальше. Это у нас, соответственно, вход. Такая небольшая прихожая. Ванная комната, душевая, полотенце, шампунь, фен, все есть. Идем дальше и попадаем с вами на кухню-гостиную. Телевизор, кондиционер, все новое, классное, визуально стильное. В холодильнике была бутылка воды, там кусок сыра уже мой. И все, что необходимо вам для проживания, все здесь есть. Чайник, посудомоечная машина, есть даже стиральная машина. И вся необходимая посуда. И давайте еще на балкон выйдем. Для бронирования, ребята, пишите в личку, все рассчитаю, только пишите заранее, высокий сезон, мест может и не быть. И сейчас пойдем, покажу вам территорию, спустимся к бассейну. Вот такая вот здесь есть кухня, зона барбекю, но барбекю пользоваться, к сожалению, нельзя. И тут есть холодильник, какое-то вино, напитки, это идет по экстра-прайсу. Но в целом цены вполне меняемые. Можно здесь отдохнуть. И вот такой вот классный бассейн есть. Он небольшой, но отдельно есть еще детская зона, там детки купаются.